Сергея. Вот, просто по пути из Великого Устюга я приехал в гимназию 1290, и я передаю подарки, которые собрали вам подарки. Вот, и письма, написали письма. Вы будете зачитывать письма, и вы тоже потом хотелось бы, чтобы вы пожелали детям, которые собирали для вас подарки. Да зачем? Надо дочитать письмо. Открывай письмо. Ты читать умеешь? Да? Открывай письмо и зачитай. Здравствуйте, ребята. Пишет вам София Шарапова, ученица 1 класса, школа 1290. Школа 1290. Гмоскова, поздравляю вас с Новым годом, желаю вам мирного неба над головой, здоровья, счастья вам и вашим семьям, городе, дитесь и любите свою родину. Как хорошо! Ведь мы уверены, что все будет отлично. И мы все поздравляем вас с наступающим Новым годом. Искренне желаем удачи, счастья, успехов, чтобы близкие люди всегда были с вами. А главное, будьте здоровы и счастливы. С любовью, ваши друзья из Москвы. Тарасова Вера, Москва, 1 класс. Я живу в Москве, стараюсь учиться на 4,5, люблю рисовать, петь, хожу в музыкальную школу учиться играть на фортепиано. Я знаю, как тебе сейчас тяжело, и хочу, чтобы у вас все было хорошо. Я хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, исполнения всех твоих желаний, мирного неба над головой. Вероника. Спасибо. Елена. Письмо моему неизвестному другу. Привет, мой друг. Как у тебя дела? Меня зовут Алиса. Я живу в Москве и учусь в 1 классе. Хочу тебе пожелать мира, добра, любви, счастья, радости. Пусть все твои мечты сбудутся. И напиши мне свое имя в ответном письме. Мой адрес. Влад Башара, школа номер 1290. Дорогие дети, мы вас спасем. Самым добрым, самым удивительным. Пусть обязательно станет наступающий год. Учащийся 5 класса, гимназии 1290, город Москвы. В 1 классе. С наступающим Новым годом и Рождеством. Привет из Москвы. Праздник дома. С удачей, счастьем и теплом. С улыбками родных людей. И с чередой счастливых дней. Они ждут ваш отклик. Вот, на самом деле это для них очень важно. Они вот тем, что помогают вам, они познают мир тоже и учатся сопереживать, учатся помогать людям, учатся жить в этом мире. Учатся добру, да, с детства. Тоже вот там могут подойти почитать. Да. Мы очень тронуты заботой, вниманием и хочем сказать слова благодарности нашим московским школьникам, их родителям, коллегам с московской школы 1290, а также
тем, кто о нас никогда не забывает. У нас такое тяжелое время, когда идет война, не только материально, но и морально. Спасибо. В городке желаю вам всего самого наилучшего, с наступающим и всего вам чтобы самого. Никто не болел. Чтобы все всегда приходили, учились хорошо. Были здоровыми. Чтобы были здоровыми, получали всегда 5 орден. Нам никто не поможет. Если у вас что-то случится, я не знаю, конечно, поможем и вам, но мы попытаемся. У вас было все прекрасно. Лучше, чем в предыдущем. С Новым годом вас, дорогие ребята. Я желаю в Новый год жить без горя и забот. Каждый год мира всем нам принесет. С Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо. Кто? Кому? Лиза, спасибо. За твои теплые пожелания. Желаю тебе того же, что ты мне. Поздравляю с Новым годом. Сама там рисуешь. Здравствуйте. Как всегда, УВК номер 3 «Светанок» приветствует вас. Мы очень рады, что сегодня снова получили гуманитарную помощь от детей, учителей и родителей Москвы. От организации РВС «Дети России детям Донбасса». Мы очень признательны вам и говорим слова благодарности. В канун Нового года действительно сбываются все пожелания. Приходит Дед Мороз. Кто такой красивый Дедушка Мороз? Пришли вас поздравить. Все дети всем дадут, только тихонечко. Если в гости приходят старые друзья, с которыми связь длится уже более года, это вдвойне приятно. Сегодня у нас в гостях не просто Дедушка Мороз, а наш друг. Представитель общественной организации «Суть времени», которая второй год делает все, чтобы детям Донбасса жилось лучше, жилось счастливее и добрее. И мы очень благодарны им за это. Правда, ребята? Мы легко не передали подарки. У меня миссия раздать их вам. Подходите, подходите. Выпускным школьникам. Напишите свои пожелания, то, что вы хотите пожелать. С Новым годом, спасибо за такие подарки. Хочу поблагодарить за такие хорошие подарки. А также хочу поздравить вас с Новым годом. Желаю вам успехов в учебе, счастья, здоровья и всего самого лучшего. Что в вашей жизни никогда не было войны, а царила мир и зла.